Здравствуйте, Владимир Владимирович! Мы, молодые семьи Пермского края, обращаемся к вам с наболевшей проблемой. В Пермском крае очень остро встал вопрос о блокировке и невыполнении властями программы «Жилье для молодой семьи». На данный момент в крае около 12 тысяч семей стоят в очереди на улучшение жилья. Но на финансирование этой программы муниципалитеты и край выделяют крайне мало средств. В связи с этим многие семьи стоят в этой очереди по 10-11 лет, и в ближайшее время те, кому исполнится 36, будут из этой программы просто вычеркнуты. Мы считаем это неправильным и несправедливым. Призываем вас вмешаться и помочь в решении нашей проблемы. Мы просим вашей помощи в решении вопроса дополнительного финансирования этой программы 30-35% и выделения денежных средств на сертификаты в этом 2019 году. А также просим вас внести поправки в программу в части увеличения возраста участников до 40 лет в связи с увеличением возраста по пенсионной реформе. Мы считаем, что в бюджете края достаточно средств, чтобы позаботиться и о молодых семьях, и о многодетных семьях. Но на деле эти средства тратятся порой на бессмысленные проекты. Никто из властей не согласовывает бюджетные расходы с нами, жителями Пермского края. Нас просто не слушают и не слышат. Мы видим, что огромное недофинансирование государственной программы «Жилье молодым семьям» привело к тому, что программа не работает. За последний год естественный прирост населения в Пермском крае снизился до 2500 человек. И мы считаем, что молодые люди стали меньше создавать семьи и рожать детей по причине отсутствия жилья и по причине отсутствия государственной помощи и поддержки в том числе. Владимир Владимирович, мы, молодые семьи Пермского края, обращаемся к вам с призывом. В связи с вышеизложенным просим принять меры по увеличению финансирования программы «Жилье для многодетных семей» в городе Пермь и Пермском крае и помочь нам реализовать свои права. И мы надеемся, что вы нас услышите. И мы надеемся, что власти Пермского края услышат вас. За доступное жилье молодым семьям!